В связи с изменением налогового законодательства с 1 января 2022 года, согласно положениям пункта 4 статьи 40 Налогового кодекса, налоговые декларации по установленным форматам в виде электронного документа обязаны представлять. Организации, за исключением некоммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также иностранных организаций, не осуществляющих деятельность, которая согласно нормам Налогового кодекса рассматривается как деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство. Также налоговые декларации в виде электронного документа обязаны представлять индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом, указанные категории субъектов хозяйствования, осуществляющие представление налоговых деклараций ежемесячно, обязаны представить их в виде электронного документа по сроку 21 февраля 2022 года, так как 20 февраля выпадает на воскресенье. Требования по представлению налоговых деклараций в виде электронного документа не распространяются на плательщиков, в отношении которых применяются процедуры экономической несостоятельности, за исключением процедуры санации, а также на плательщиков, находящихся в процессе ликвидации. Для получения необходимой консультации можно обратиться в любой налоговый орган. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.